От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью около 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает агентство по разминированию Азербайджана. В ходе оперативно-поисковых мероприятий на освобожденных территориях с 10 по 16 мая в Тартерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах обнаружены и обезврежены 82 противопехотные, 5 противотанковых мин и 24 неразорвавшихся боеприпаса.